хочу я много знать и все вам рассказать. Блиппи! Смотрите, что у меня за спиной! Это настоящий паровоз! Сегодня я приехал в Чехалис, штат Вашингтон, чтобы узнать как можно больше о поездах! Ого! Смотрите! Сейчас я расскажу вам о деталях, находящихся снаружи паровоза. Начнем отсюда! Ого! Смотрите, какие огромные колеса! Ух ты! Здесь очень много колес! Да! Вот еще одно! О! Взгляните вот на это колесо! О, что у нас здесь? Ух ты! Какая большая штука! Да, ее называют топкой. Это она нагревает воду и создает пар, то есть давление. А вот там находится труба. А еще колокол. И, наконец, свисток. Ха-ха! Перейдем туда. Вот это называют будкой. Там сидят люди, которые управляют поездом. Чух, чух-чух! Идемте дальше. Вот это тендер. Ой, и посмотрите туда. Вон там вагоны поезда. Теперь мы с вами оказались в паровозной будке. Рядом со мной машинист, его зовут Рик. Привет, Рик. Привет. Рад встрече. А с этой стороны находится кочегар. Его зовут Роберт. Привет. Привет. И сейчас они расскажут нам о тех деталях, которые находятся здесь. Рик, что это за деталь? Это рычаг управления. Он заставляет паровоз ехать вперед. А если вот так, паровоз поедет назад. О, можно попробовать? Можешь попробовать, супер, если хочешь. Вот так. Какой тугой! Ого! А теперь я хочу поехать назад. Ого, это даже тяжелее, чем вперед! О, здорово! Итак, мы решили, куда поедем. Скорость можно регулировать заслонкой. Ого. Это как газ в машине. Если потянуть, поедем быстрее. Понял? А если толкнуть, поедешь медленней. Или поезд остановится. Я понял. Еще у меня есть свисток, чтобы предупреждать людей о приближении к переезду. Хочешь попробовать? Да, конечно. Ну-ка, готовы? Ого, классный звук. А теперь я расскажу о том, как я останавливаю поезд. Я использую этот рычаг. Вот так, видишь? А вот этот рычаг останавливает только двигатель. А что это вот там? Там горит огонь. Он нужен, чтобы превращать воду в пар, который, и двигает поезд. Ого, стоп, значит, огонь? А вот кочегар, который его поддерживает. Скажите, а это что за ручка? Она позволяет делать огонь больше или меньше. Если сделать так... Ой! Видишь? Ого. Огонь оранжевый. Да. А теперь уже нет. Ого, это круто. То есть вы отвечаете за огонь? Именно. А другие обязанности у вас есть? Я звоню в колокол, чтобы предупредить людей, что мы едем. Видите, я тяну вниз. Ого! И он звонит. А можно попробовать? Да, конечно. Супер! Слушайте! Ого! О-о-о, классно звучит! Что ж, спасибо вам! Сейчас все пассажиры займут свои места, и мы отправимся в путь.
Теперь я прокачусь на поезде как пассажир. И, конечно, возьму вас с собой. Ого! О, смотрите, что там! Ого! Это закрытый вагон. У него есть крыша. Ха, здесь здорово. Но, может, пойдем вот туда? Думаю, в открытом вагоне будет еще интересней. Идемте. О, здрасте. Привет. Ого! Мы вышли на свежий воздух. Поездка будет веселой, я уверен. Колеса пришли в движение, из трубы повалил дым, и поезд отправился в путь. Ого! Здесь столько красивых зеленых полей, смотрите! Ууу! А вот и деревья! Видите? Ого! Смотрите, какой живописный пруд! Хо-хо! Столько водных растений! Я не очень хорошо в них разбираюсь, но они напоминают кувшинки. Тоже свежий воздух, хотя я нахожусь в закрытом вагоне. Ха, какой потрясающий вид! Едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. В стране очень много железных дорог, поезда доедут везде. Я уверен, интересно ехать вперед, в вагоне в самом хвосте. А вот и последний вагон. Считаю я все вагоны, но они так быстро летят. Раз, два, три, четыре. И это не все. Чух-чух, поезд идет. Чух-чух, поезд идет. По рельсам едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. Одни поезда перевозят людей. Таких я ездил, ну а ты? Другие возят грузы далеко, топливо и фрукты. Когда поезд мимо идет, интересно, что он везет. Чух-чух, поезд идет. Чух-чух, поезд идет. По рельсам едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. Давай сыграем вместе в паровозик. Тяни вагоны вслед за собой. Просто повторяй со мной. Могу целый
целый день поезда провожать, слыша чух-чух, 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 поезд идет. Чух-чух, поезд идет. Мне очень понравилось смотреть, напевать и танцевать под эту песню вместе с вами. Эй, если вам понравился этот выпуск и вы хотите посмотреть другие мои видео, то все, что вам нужно сделать, это вбить мое имя в поисковик. Вы же знаете, как меня зовут? Да, я Блиппи. Блиппи. Так держать. Теперь вы умеете произносить и писать мое имя. Блиппи! Ладно, до новых встреч! Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп! Посмотрите, что это! Это же экскаватор! Ух ты! Вы готовы узнать все об экскаваторах со мной? Да! Вперед! Экскаваторы такие чудесные! Давайте-ка посмотрим, из чего он состоит. Скорее сюда! Давайте начнем с кабины. Вот здесь, внутри, кабина, где сидит водитель экскаватора. Взгляните внутрь. Ух ты! Тут так много рукояток! Это очень интересно. Хорошо, давайте закроем дверь. О, ого! Смотрите! Да, а это гусеница экскаватора. О, у экскаватора нет колес и шин, только вот такие гусеницы. Так он может ехать и по камням, и по лужам, и по огромным кучам грязи. Никогда не застрянет, вот так. Видите, я тоже не застрял. О, а посмотрите сюда. Это моторное отделение. Отсюда экскаватор получает всю свою силу. Ха, посмотрите. Ого. А тут еще много деталей с другой стороны. И сверху. Тут у нас куча радиаторов, охладителей и другие забавные детали. О, я же чуть не забыл. Моя любимая деталь — это ковш. Побежали. Ого! Посмотрите, какой ковш! Экскаваторный ковш, он просто огромный! Он может набрать кучу земли прямо из почвы и перенести ее! А вот эта штука – фиксатор! Да, она как большой палец! Ого! А посмотрите скорее сюда! Ух ты! Это называется экскаваторная стрела. Она такая высокая! А вот эта часть, она называется экскаваторная штанга. Ковш, стрела и штанга! А все это работает благодаря гидравлическим поршням. Ух ты! Они толкают жидкость вперед, и все приходит в движение. Смотрите, я экскаватор! Узнавать про детали экскаватора было так весело.
А теперь давайте-ка порулим экскаватором. Пойдем! Стоп, стоп, стоп! Сначала самое главное – безопасность! Да! Посмотрите! Я надел сигнальный жилет и строительную каску! Смотрите, вот эти джойстики, они управляют ковшом, стрелой и штангой. Видите? О, а вот этот, чтобы поворачивать вот так вот. Смотрите на меня. Воу! Воу! Во-хо-хоу! У-ху! Ух ты, это так весело! Уи! Ну ладно, теперь я поверну его вот так. И мы будем крутиться в другую сторону! Отлично! И еще разочек! Ну ладно! Хватит крутиться! Пора начинать копать! Тянем за джойстики. Да! Ух ты! Смотрите, сколько я зацепил! Да! Ладно, теперь перевернем ковш. Ого! Как много мы накопали! А теперь мы покатаемся на экскаваторе. Мы поедем на экскаваторе и поищем новое место, чтобы копать. Ого, посмотрите на это! Это же пень! Ха, интересно, что под этим пнем? Еще недавно был пень. Интересно, что же под ним было? Кажется, просто куча земли. Большая куча земли. О! А вот еще огромный камень. Что же еще? Смотрите, это магнитофон. Магнитофон играет музыку. Интересно, что тут за песня? Это же песня про экскаватор! Стройки! Император, я экскаватор. У меня есть рука и ковш большой. Как начну копать, не угнаться за мной. Землю разделяю, все перекопаю. Я ковшом своим копаю везде. Я не знаю, что найду в разрытой земле. Я почву вынимаю и высыпаю. Мне посмотри, ноги не нужны. Нет ног? Как же он движется? Гусеницы проедут там, где не пройти. Я экскаватор, экскаватор. Стройки! Император, я экскаватор. Эй,
играем в экскаватор. Я вас научу. Вам просто надо согнуть руку, словно это стрела, штанга и ковш, и начинать копать. Как весело! Кабина есть, где водитель сидит. Он ковшом шевелит и землю рыхлит. Я яма-регулятор, я экскаватор. Но посмотри, я тружусь до зари. Он совсем не спит? Мне не до сна и не до игр мне, друзья. Я экскаватор, экскаватор. Стройки! Император, я экскаватор, экскаватор, экскаватор. Нам было так весело изучать чудесную машину экскаватор вместе с вами! Пока! Да! Привет! Это я, Блиппи! О, сейчас вечер, и я у торгового центра! Здесь столько магазинов! Да! Только посмотрите! Это мини-парк развлечений Киндерленд в Лас-Вегасе, Невада! Идем! Ого! Киндерленд такой красочный! Прежде чем играть, нам следует снять обувь. Итак, первый, второй. Теперь мы готовы играть. Вперед! Ого, посмотрите, класс! Привет! О, я в маленьком домике! О, это желтый шарик, смотрите! А это синий шарик! Зеленый шарик! Красный шарик. И оранжевый шарик. Идем скорей. Ого! Только посмотрите. Да, это бассейн с шариками. Я хочу в него запрыгнуть! Ой, ой! О, сколько же цветных шариков! Уи! А это что? О, это же динозавр! А точнее, птеродактиль! Слушайте! Пока, птеродактиль! Здесь еще есть что-нибудь? Оу! О, ого! Это еще один динозавр! А точнее, это тираннозавр Рекс! Мне нравится этот динозавр! Пока! Ой! Воу! О, смотрите! Это стегозавр! Может быть, мы вместе его изобразим? Ладно, готовы? Пока! Хоп!
Ого! Сколько разноцветных шариков! Давайте дальше играть! Ого! Смотрите! Это полицейская машина! Врум-врум-врум-врум! О, а это мусоровоз! Ого! Я люблю, когда он приезжает и забирает мусор! Ого! Это огромная бетономешалка! Смотрите, здесь можно покрутить! Пока! Ого! А вот пожарная машина! Надо потушить пожар! Уи-уи-уи-уи-у! У, а вот самосвал! Ого! О! У-ху! О! А вот... Да! Пылесос! Ну вот, я пропылесосил. Ого! А это ведь огромный оранжевый мяч с шипами! О, а это у нас голубой мяч! А вот... Маленький оранжевый мяч с синими шипами. Оу! 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 Смотрите! Привет! Идем! Ого! Смотрите, это горка! Итак, я поехал! Уу! Ого! Эта горка мне очень понравилась! А сколько цветов! Я заберусь на самый верх! Ой! Ой! О! Хватит, пора спускаться вниз. Ух! О, это что такое? Привет! Вы хотите есть? Да, я очень хочу. Я уже сходил в магазин. Смотрите, сколько здесь фруктов и овощей. Ням! Давайте что-нибудь приготовим вместе. У, смотрите-ка! Сначала поставим посуду. Тарелка и миска. О, смотрите, я приготовил спагетти. Аппетитно. Добавим специй. Ням. Готово. А у меня еще кое-что есть. Вы любите пиццу? Да! Так, вот смотрите. Ням! Выглядит аппетитно! Так, возьмем эту лопатку, чтобы разрезать пиццу. О, какой аппетитный кусочек пиццы! Вот так, супер! Угощайтесь! О, горячая, я ее только испек. Будет еще вкуснее, если мы добавим острый соус. О, но прежде чем его добавить, давайте его попробуем. Ого!
Ого! Идите сюда, скорей! О, у нее колесики есть! И сейчас мы ее запустим! Вперед! Да! Было здорово! О, а вот еще одна! Интересно, что будет, если на нее сесть? Ладно, я поехал! Мне очень понравилось! А там еще одна! Ну что ж, запустим ее! Приготовьтесь! Да! Смотрите, какая конструкция! Вперед! Оу! У каждой из этих ступенек свой цвет. Например, это черный. А вот новый цвет. Ого! Это бордовый цвет. Этот цвет называется розовый. Это синий. Зеленый. Фиолетовый. Красный. И серый. Ого, посмотрите! Да, здесь горка. Ну, я поехал. Сколько разноцветных шариков! Смотрите! Я брошу еще раз. А теперь я брошу со всей силы. Мяч отскочил от стены и попал мне в лицо. Берегитесь. Привет. О, взгляните на эту желтую сеть. У-ху-ху! И смотрите, что находится здесь! Ого, это огромная красная горка! Ого! Эй, а что это там стоит? Ого! Это стена из больших мягких фигур! Мне надо съехать, но они мне мешают! Я придумал! Почему бы мне не съехать вниз? И не врезаться в них! Вы готовы? Ну что ж, я поехал! Мне так понравилось играть в мини-парке развлечений Киндерленд, расположенном в Лас-Вегасе, Невада. Но нам пора заканчивать выпуск. Если хотите посмотреть другие мои видео, вы знаете, что делать. Да, просто введите мое имя. Давайте назовем его по буквам. Готовы? Блиппи! Мы справились! Ну что, до свидания!